Одинцовский городской округ в этом году традиционно присоединился к международной акции «Географический диктант», организатором которого выступает Русское географическое общество. 29 ноября в 12:00 все желающие смогут анонимно проверить свои знания географии России. В нашем муниципалитете зарегистрировано 3 площадки. Это Одинцовская библиотека номер 1, Лесногородская библиотека имени Новикова и Звенигородская библиотека номер 1. Принять участие в просветительской акции можно и дистанционно. Онлайн-диктант параллельно стартует на официальном сайте акции и продлится несколько дней.